Международный курс Nexus Medicus – бренд Ульяновского государственного университета. Ежегодно ВУЗ проводит большие международные медицинские форумы с ведущими специалистами фундаментальной медицины. В этом году главной темой стали аспекты медицинской и немедицинской реабилитации. Нужно сказать, что в мире неуклонно увеличивается число лиц, число людей с ограниченными возможностями здоровья. И мы не должны оставить их в стороне. Наш долг – повысить их качество жизни и сделать их жизнь максимально комфортной. В связи с пандемией конференция проходила в онлайн-формате. В ее работе приняли участие профессора-эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ташкента и Китая. Помимо выступлений, участникам были доступны практические мастер-классы от ведущих специалистов. Я уверена, что у этого проекта большое будущее. Ну, наверное, еще и потому, что наряду с маститами, с известными учеными, в этой конференции принимают участие студенты. Это дорого стоит. Опорному вузу региона есть чем гордиться. На базе Института медицины, экологии и физической культуры функционирует центр реабилитации, оснащенный передовым оборудованием и разработанными методиками восстановления после нарушений сосудистого кровообращения и центральной нервной системы. Занимаемся непосредственно уже как с лежачими больными, так и уже восстанавливаем их функции нарушенных конечностей, двигательных функций ходьбы и тому подобное. Это кровать для механотерапии нижних конечностей. В данный момент у нас пациент со спинальной травмой. Параллельно с механотерапией используется электростимуляция спинного мозга, благодаря которой мы можем воздействовать на нейронные сети спинного мозга, которые отвечают за локомоцию, за движение. В реабилитационном центре есть уникальные приборы для восстановления жизненно важных функций, которые имеются только в паре городов России, в том числе и в Ульяновске. Это 16-канальный миостимулятор, благодаря которому мы можем задействовать много мышечных групп и влиять на тонус. Либо стимулировать, либо расслаблять. Также в его функции входит корректировка ходьбы. То есть мы можем при грубых порезах, когда у человека заплетается нога, немножко скорректировать походку, чтобы она была более ровной, более такой, значит, правильной. Таких аппаратов в России очень мало. Наш центр один из тех, которые используют его функциональность. Реабилитацию в центре могут пройти пациенты после перенесенных заболеваний центральной нервной системы. Речь идет о инсультах, черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга. Антон Никонов, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.